Серьезная авария произошла сегодня вечером в центре Абакана. Приблизительно в половине седьмого столкнулись две машины на перекрестке Чертыгашева-Щетинкина. Удар был такой силой, что автомобили разлетелись в разные стороны. Только по счастливой случайности обошлось без жертв. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Есть только предварительная информация. Один из водителей пытался проскочить на мигающий зеленый, но не успел. Одного из участников аварии с места ЧП забрала скорая с переломом ноги. Пока неизвестно, водитель это или пассажир.